Во Владивостоке состоялся официальный прием по случаю празднования 15-летия со дня основания международного бизнес-клуба «Диалоги». Это огромный-огромный труд, но это приятный труд. Ведь, вы знаете, быть первыми, быть лучшими в своем деле, нам подражают. Это большая ответственность. Это большая ответственность собирать каждый месяц первых лиц. Это эмоции, это обмен опытом, это огромный приятный труд. Ты понимаешь, что да, это много 15 лет, но понимаешь, как еще мало сделано, как еще много нужно сделать. Столько выездных заседаний запланировали. И в Москве мы уже активно проводим заседания, и за рубежом. Столько еще нужно сделать. Это огромная ответственность. Служу России. Формат международного бизнес-клуба – это заседания, которые проходят каждый месяц и собирают на своей коммуникационной площадке ведущих экспертов России, лучших отечественных и зарубежных спикеров, влиятельных владельцев среднего и крупного бизнеса, представителей власти, науки и образования. Вот уже 15 лет международный бизнес-клуб «Диалоги» объединяет сильные бренды, компании, которые поддерживают принципы лидерства, инновационность, открытость и ответственность. Екатерина Зверева, Настасья Лихман, новости на Восьмом.